Добрый вечер. Мое имя Токар Касинец. Я хотел спросить, хорошо ли меня слышно, видно. Будьте любезны, в чате напишите, это очень важно. Я пока, с вашего позволения, начну. Сегодня мы решили провести немножко интересный формат презентации, не просто пробежаться по материалу, но в том числе обговорить некие моменты, которые нас побудили работать вместе в компании Midas, работать с лидерами. И, с вашего позволения, я немножко более подробно хотел бы и в эти темы сегодня нырнуть. Что касается меня, моей команды, мы более 12 лет работаем в нетворк-маркетинге. За эти 12 лет в нашем списке компаний, где мы строили сети, приглашали партнеров, развивали международный бизнес, было 3 компании. И я очень рад, что действительно мы смогли сделать такую уникальную модель доверительных отношений. Мы всегда работаем в команде, мы всегда друг другу помогаем. Более 5 лет мы искали компанию, с которой нам бы хотелось начать сотрудничать, начать работать. Более 5 лет мы активно не строили никакие структуры. Очень хороший вопрос. Я не основатель Midas. Я один из тех партнеров, которые были приглашены в компанию на премаркетинге, то есть на предзапуске компании. И мы с нашими лидерами, партнерами достаточно длительное время, с февраля по май, рассматривали предложения. У нас было уже видение компании, как она будет запускаться, в каком виде будет работать. И нам было очень интересно посмотреть на то, как они видят запуск такой интересной тематики, как создание онлайн-платформы в виде электронной коммерции. И скажу, что многим из нас было интересно то, что называется формат. Здесь формат мне очень близок и очень нравится, поскольку наш партнер заказывает на платформе ювелирное изделие, получает его себе домой и дальше продолжает получать кэшбэк. То есть в любом случае у нас дома живой товар, которым мы можем пользоваться, да, и на протяжении 12 месяцев за этот товар нам компания выплачивает вознаграждение. Я считаю, что это очень интересная модель. Второе, что мне очень понравилось, это то, что на эту платформу можно приглашать ювелирные компании. У нас очень большие, как оказалось, хорошие отношения по всему миру через наши структуры и наших лидеров с большим количеством предпринимателей в сфере ювелирных изделий, и мы их приглашаем, тем самым видим реальность компании, реальность платформы. Это то, что лишний раз, но все-таки помогает нам понимать, что мы в хорошей компании состоим. Поймите, пожалуйста, то, почему этот формат сегодня такой. Я не хочу вас уговаривать что-то делать либо не делать. Мы стараемся страховать и себя, и наших лидеров, и нашей команды, потому что за последние несколько лет колоссальное количество компаний, жертвами которым и мы, к сожалению, с командой стали в некоторых случаях, пробежалось по рынку, и сегодня попросту не знаешь, кому верить. Поэтому мы очень-очень осторожно заходим в такие доверительные отношения, и поэтому мы рады, что были в периоде премаркетинга, предстарта, мы смогли увидеть, как компания развивается, как она держит слово, как они все это делают, реализуют запланированное. И очень-очень важно было
встреча, которая у нас была в Grand Opening, это было 25 августа, где у нас получилось познакомиться с руководителями компании, с президентом компании лично, и также с тем бэкграундом, который мы не видели до сих пор. Это те компании, которые обеспечивают работоспособность платформы Midas Goldsmith. Я имею в виду и владельцы шахт, владельцы приисков, это и большие мануфактуры, которые обеспечивают реализацию производственной части замысла. И сейчас стало более понятно, более, скажем так, мы внедрились в понимание самой идеи, и нам кажется, мне лично кажется, что идея очень простая. Идея, если позволите сделать такую аналогию, очень похожа на, допустим, один из моих любимых онлайн-сервисов, это Booking.com. Да? Booking.com дает платформу, на которой могут размещаться отели со всего мира, а мы, как конечные пользователи, можем на этой платформе заказать себе комнату в любое время, в любой стране. Так вот, такой замысел лежит в основе создания платформы Midas Goldsmith. То есть это платформа, электронная коммерция, которая позвана соединить владельцев ювелирных фабрик, владельцев ювелирных магазинов на платформу со стороны предложения, а мы с вами делаем спрос на это предложение, соответственно, являемся потребителями этой продукции. И если разобраться в деталях, то оказывается, что Midas — это единственная международная платформа, которая работает в ювелирном пространстве в таком виде. И я понимаю, что мы сегодня сталкиваемся с большим количеством вопросов, с большим количеством сложностей, которые действительно сопутствуют периоду премаркетинга, и это нормально, это понятно. Я лично участвовал в двух премаркетингах в своей жизни, нигде это не было простой задачей, но везде, где я это делал, участвовал в премаркетинге и принимал участие в построении сети, мы построили колоссальные сети. Допустим, первый раз мы это делали, у нас получилась сеть более чем 70 тысяч человек. Это был мой второй опыт в жизни, для меня это было колоссальным успехом. Второй раз, но в третьей компании, когда мы это делали, мы построили сеть более чем 650 тысяч человек в более чем 70 странах. И я считаю, что когда находишься в начале, да, оно сложное, тернистое, много вопросов, много непонятных ситуаций, которые позже становятся рутиной, и ты уже это понимаешь и втягиваешься в процесс. Поэтому я с большой благодарностью хочу сегодня сказать слова нашей команде, нашим лидерам, которые действительно взялись за работу, сделали прекрасный результат, который сегодня уже у нас никто не может забрать. И с нами считаются, на нас обращают внимание, и это очень приятно, что компания прислушивается к нашим вопросам, к нашим предложениям. И сегодня это в любом случае достижение всей команды, поэтому я хотел с этого начать сегодняшнюю презентацию. Также у нас получилось посетить официальный офис компании, это в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, где мы познакомились с представителями и управляющими отдела финансового, отдела маркетинга и отдела IT-технологий, которые непосредственно занимаются разработкой платформы, созданием платформы, наполнением платформы. Мы смогли посетить несколько кабинетов компании, посмотреть учредительные документы, где мы сразу начали фотографировать и выставлять в чаты, вы это помните. То есть была такая очень-очень хорошая атмосфера по поводу открытости. Это тоже очень важный момент, как на мой взгляд,
когда можно пощупать, потрогать, поговорить с президентом, поговорить с ответственными за направление, увидеть настрой компании, увидеть планы компании. Также у нас была встреча лидеров, неформальная встреча лидеров с президентом, где присутствовали партнеры из Пакистана, Индии, Африки, Португалии, Индонезии, Сейшельских островов, Китая. И действительно, что, ну вот как я говорил своим лидерам, я был там единственным бледнолицым партнером. И на самом деле это уникальный опыт, которого у меня не было раньше. То есть за все эти годы мы работали с Европой, со странами СНГ, и не было такого сотрудничества со странами Востока, Азии. И на самом деле очень интересно, совершенно другой подход, совершенно другие инструменты работы. Там это более личностное, скажем так, отношение к бизнесу. И также у нас была возможность поужинать с президентом, поужинать с представителями компании, где нам рассказали о планах, о том, что, как планируется. Также нас познакомили с представителями производственной части, с представителями большого ювелирного бизнеса, которые включаются сейчас в работу, создавая наполнение, создавая новые рынки. И я думаю, что очень интересно будет наблюдать за этим всем. Еще раз, это не сегодня часть, где я уговариваю либо переубеждаю, отнюдь. Я всегда говорю, что если вы сомневаетесь, либо если у вас есть неуверенность, $25 – это минимальный достаточный уровень для того, чтобы начать щупать, пробовать компанию, пробовать платформу. И предлагаю начать с этого для того, чтобы у вас была возможность непосредственно убедиться в том, что это как работает все. Также сегодня мы будем говорить с вами о том, что называется официальной частью, то есть мы пройдем по презентации, где мы постараемся с вами разобраться в том, что такое платформа Midas, что такое компания, что такое предложение, как это все работает. И я более чем убежден, что когда в голове складываются ответы на все вопросы, которые у нас появляются, то становится гораздо проще и работать, и сотрудничать, и зарабатывать, преуспевать и развиваться в компании Midas. Также забегу немножко наперед, до того, как начнем разбирать презентацию, что в конце этого месяца, в конце сентября, будет двухдневный семинар компании в Киеве, где мы проведем тренинг, научимся основам работы и в сети, и в ювелирном бизнесе, и в компании Midas Goldsmith, для того, чтобы если мы уже решили работать и зарабатывать вместе с Midas, то чтобы мы это делали профессионально. А сейчас разрешите, пожалуйста, тогда перейти уже к части презентационной. Итак, Midas Goldsmith – это ювелирный маркетплейс, который основан в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. Что интересно, так это то, что компания созревала достаточно длительный период времени. Несколько владельцев и шахт, и ювелирных компаний сконцентрировали свое внимание на том, что электронная коммерция – это будущее, и в этом направлении нужно идти. И, в принципе, практика работы на ювелирном рынке позволяла выйти с абсолютно новым предложением. И, как следствие, в 2017 году результатом стало присоединение к группе компаний, которые находятся в Сьерра-Леоне, и таким образом совершить укрепление позиций на рынке добычи, продажи золота и драгоценных камней. Что интересно, что компания сейчас имеет полный цикл
производства от добычи до переработки до продажи в конечных сетях продаж. Что интересно, это интересно понимать, на чем компания зарабатывает, как она достигает дохода. И мне кажется, что когда мы рассматривали это предложение, этот слайд был самым важным для нас. Поэтому я подчеркну его важность лишний раз. Компания зарабатывает максимальную часть своего дохода на коротких и длинных сделках на ювелирном рынке. Короткая сделка приносит 50-70% прибыли, и проходит она на протяжении 1-2 недели. Длинная сделка – это когда компания сама входит в сделку, является участником процесса добычи, предоставления драгоценных камней на Антверпенской бирже и все последовательные этапы. На длинной сделке компания получает прибыль от 400%. Друзья, я понимаю, что это очень громадные цифры, и действительно мы потратили время, связались через наших знакомых, с их знакомыми, которые работают в Сьерра-Леоне, тоже владеют шахтами, и мы действительно провели такие интересные переговоры, где нам подтвердили эти цифры. Пожалуйста, и вы нам не верьте, подтвердите эти цифры у своих знакомых, наверняка у вас есть как добраться до таких связей и поговорить. Что интересного в этих длинных сделках, это то, что процесс длинной сделки проходит за 2 месяца в среднем. И компания может проводить такие сделки несколько раз в году. То есть, если посчитать, к примеру, что компания делает 5 длинных сделок за год, то мы говорим с вами о более чем 2000%. И повторю, нам подтвердили это независимо от компании Midas, наши друзья, которые работают в золотодобыче, в том числе в Сьерра-Леоне. Что касается самой платформы, на маркетплейсе Midas представлены ювелирные изделия различных производителей и ценовых групп. Сама платформа, она основана для того, чтобы наполнить большим количеством производителей в разных странах. Изделия делятся на 3 категории. Это серебро, изделия золота и изделия с драгоценными камнями. Благодаря платформе Midas Goldsmith любой производитель, это очень важно и это очень цепляет каждого производителя, с кем мы разговариваем, имеет возможность, даже не имея собственного веб-сайта либо онлайн-магазина, присоединиться к платформе и представить свой товар для покупателей со всего мира. А любители ювелирных украшений, то есть мы с вами, можем приобретать изделия из драгоценных металлов со всего мира, с характерными чертами локальных производителей. То есть это интересная платформа, которая соединяет и производителей, и покупателей, то есть это чистейшей воды win-win модель. Отдельная группа товаров представлена во вкладке Sales Promotion. Вы знаете прекрасно, что в целях продвижения своего бренда, своей компании, предложения, некоторые производители предоставляют пробные, скажем так, партии своих продукций по специальных ценах, либо в виде подарочных предложений, или иногда бесплатных образцов. Вот эти наборы продуктов попадают во вкладку Sales Promotion. И там можно приобретать такие изделия с программой возврата стоимости покупки выше 100%. То есть это кэшбэк выше 100%. Почему нас это сразу включило? Потому что моделируем. Вы заказали кольцо, кольцо приехало к вам домой, вы довольны его качеством, вы его носите и пользуетесь. И это кольцо, будучи в вашем распоряжении, начинает вам зарабатывать кэшбэк. И на протяжении 12 месяцев выплачивает вам вознаграждение. Друзья, я считаю, что это очень интересная как минимум модель, а как максимум очень прибыльная. Если говорить о структуре глобального спроса, ювелирные изделия сегодня лидируют, не меняя позиции, и это 43%. Что касается ювелирной программы, то покупка ювелирных изделий по программе «Кэшбэк», так же, как и на самой платформе Marketplace, делится тоже на изделия серебра, изделия из золота, изделия с драгоценными камнями.
покупая изделия в разделе Sales Promotion, вы становитесь уже вот участником этой кэшбэк-программы компенсации. Да? Минимальная сумма покупки, повторюсь, $25. То есть, потратив всего $25, потратив, каким образом? Вы покупаете ювелирное изделие. То есть, вы не платите за стартовый пакет. Вы купили ювелирное изделие на $25, оно к вам домой приехало, и вы уже стали партнером компании Midas Goldsmith. Я считаю, абсолютно безоплатно. Также есть программа сертификатов. Различаются два типа сертификатов. Это обычные сертификаты и также есть Sales Promo сертификаты. Обычные сертификаты, они не ограничены во времени, обмениваются во всех магазинах партнеров. Сертификат можно использовать на все виды изделий. Что касается Sales Promo сертификата, он действует 12 месяцев, но на первые 6 месяцев вы можете этот сертификат обменять на конкретный продукт ювелирного изделия. Но если вы это не делаете, то на протяжении всех 12 месяцев он приносит вам вознаграждение. Обменивается на акционные изделия, да, то есть в Sales Promo вкладке. Различается сертификат золота, сертификат серебро и сертификат изделия драгоценных камней. Также кэшбэк зависит от выбранного изделия. Минимальная сумма покупки $25. Давайте посмотрим, что это означает в процентах. Если мы говорим о компенсации по программе кэшбэк готовых изделий компании, то есть купил изделие, оно приехало, ты его носишь, в зависимости от периода выплат, видите, период есть от недели до 12 месяцев, а кэшбэк недельный от 2 до 4%. Что это означает в годичном интервале? От 104 до 208%. То есть еще раз моделируем. Я заказал кольцо за $100. 12 месяцев период, допустим, выбираю, и мне это кольцо, которое я ношу, за год принесет $208 чистой прибыли. Я считаю, неплохо. Кэшбэк, а, кстати, тут всегда возникает вопрос, наверняка в Мидасе цены в 3 раза выше. Нет, среднерыночные, то есть обычные абсолютно цены. Кэшбэк, компенсация по программе подарочных сертификатов компании в зависимости от периода выплат. Помним, период выплат есть от недели до 12 месяцев. Тут мы также помним, что сертификаты подарочные у нас делятся на золото, серебро и камни. И, как вы видите, недельный процент может быть от 3 до 8%. Это абсолютно ваше решение. Вы смотрите, какой период вам подходит. Но в годичном интервале, ежегодном интервале, это от 156 до 416%. Итак, разберем дополнительные источники дохода компании. Да? Мы с вами говорили, что основными являются короткие и длинные сделки на ювелирном рынке. Также есть большое количество и очень интересные дополнительные источники. Это прямые продажи с маркетплейса, это понятно, до 50% стоимости товара. Собственное производство изделий из золота, это до 50%, из серебра до 65%, и, естественно, камни до 80%. Продажа изделий собственного производства другим заказчикам, изготовление и продажа золотых слитков другим заказчикам, добыча, переработка и продажа драгоценных металлов и камней, и также увеличение объема продаж за счет реализации подарочных сертификатов. Реализация подарочных сертификатов позволяет получать дополнительные оборотные средства, планировать производство и реализацию изделий за счет прогнозированного спроса на наши товары. Что интересно, вот как раз подарочные сертификаты входят в программу «Длинные и короткие сделки». Чтобы вы просто понимали математику, откуда берутся средства, как компания их монетизирует и как она выплачивает вам кэшбэк. Что нового? Компания соединила в интересную программу лояльности большое количество поощрительных бонусов. Если мы заказали для себя продукт с платформы Midas, он приехал, мы его получили, он нас устраивает, устраивает, что он нам еще и приносит прибыль, то мы можем порекомендовать это своим друзьям. Если мы это делаем, мы становимся участником программы лояльности. Что интересного? Преимущества прямого маркетинга и экстра-маркетинга доступны по умолчанию. То есть на эти два бонуса не нужно квалифицироваться. Прямой бонус 5%, экстра-бонус 10% от покупок ваших друзей вы будете получать. Когда вы совершаете суммарную покупку на платформе и превышаете $500, вы получаете вознаграждение от всех, кто состоит в вашей команде.
В Midas Goldsmith специалистам была разработана новейшая модель современного заработка. Я ее называю «зарабатывай на всех движениях». То есть все, что мы делаем, компания за это платит. Сейчас мы в этом убедимся. Первый бонус, который включается в компании, называется торговый бонус. Приглашайте в компанию Midas Goldsmith ювелирные магазины или фабрики и получайте 10% от дохода платформы. То есть мы с вами пригласили нашего знакомого, у которого есть магазин либо фабрика, он делает оборот на платформе, компания на этом обороте зарабатывает, с этого заработка 10% отдает вам, поскольку вы являетесь контактным лицом. Продуктовый бонус 10% от заработка компания направляет на специальный бонусный счет, который вы можете потратить на покупку ювелирных изделий. Это удобно, быстро и очень безопасно. Также, если поговорить обо всех типах заработка, которые компания выплачивает, то это кэшбэк по изделиям до 208%, кэшбэк по сертификатам до 416%, торговый бонус 10%, продуктовый 10%, прямой 5%, экстра бонус 5%, 10%, если мы это делаем в первые 90 дней, программа лояльности 30%, структурные бонусы 5% и долевые бонусы 5%. Также в компании присутствуют карьерные уровни от уровня VLAN до уровня Cullinan Diamond от 3 до 30%. Это очень важный элемент маркетинга, поскольку именно он показывает, какой процент глубины оборота вы будете получать. Что нужно для того, чтобы включиться в работу? Мы помним, $500 суммарная покупка на платформе. И когда у нас есть три партнера, которые сделали такой же оборот, вы получаете первый свой уровень дистрибьютор VLAN. С каждой покупки вашего лично приглашенного партнера вы получаете 5%. Дистрибьютор VLAN дает вам возможность получать 3% бонуса глубины. Как только ваши три партнера сделали тоже подключение под 3, с этих подключений вы получаете 10%, и у вас новый уровень, он называется дистрибьютор Opal, 5% глубины. Один из ваших партнеров достиг вашего уровня, вы дистрибьютор Бируза, 7%. Трое достигли, вы менеджер Агат, 10%. Менеджер Оникс, когда у вас 6 опалов в структуре, 12%. Аметист 15, сапфир 17, рубин 20, изумруд 22, основатель алмаз 25, основатель бриллиант 27 и бриллиант Кулинан 30% программы лояльности. Давайте посмотрим, что это означает в кэшбэке, в долларах, ожидаемый кэшбэк партнеров структуры в зависимости от их уровня. Как мы видим, с 1 по 12 уровень расписаны. Почему это ожидаемый, а я еще называю его минимальный. Я очень дотошен к цифрам, и я всегда перепросчитываю, как прогнозные данные считаются. Так в данном случае эти доходы, они основываются на том, что ваши партнеры покупают строго по $500 покупки на Midas Goldsmith. Я могу вам сейчас уже сказать, что не все партнеры покупают на 500, есть кто покупает на 1000, на 2000, на 3000, поэтому это минимальные суммы для того, чтобы закрывать уровни. А на самом деле это гораздо выше кэшбэк в месяц на каждом уровне. Хотя и эти показатели, они очень-очень мотивируют. Matching бонус. 1% от дохода всех ваших партнеров структуры, начиная с вашего уровня аметист. 5 поколений выплачивает, с каждого партнера, с его зарплаты 1% идет вам, поскольку вы научили его работать. Лидерский бонус 1% от оборота партнерских линий, начиная с уровня менеджер аметист. Бонус поколений 1% от двух самых сильных линий структуры, начиная с уровня рубин. Квартальный бонус 1% мирового квартального оборота распределяется на семинарах компании один раз в 4 месяца. И долевой бонус компания разрешает принять участие в построении офлайн сети магазинов Midas Goldsmith. Соответственно, вы можете в каждом магазине купить долю. Одна доля — это 5000. Каждая доля дает возможность своему владельцу получать 5% от квартальной прибыли такого предпринимательства.
Окей. Что касается нашего последнего слайда, он мой любимый, вместе навсегда. Если вам понравилось приложение Midas, но не знаете, как преуспеть в нем, доверьтесь специалистам онлайн-маркетинга компании, которые с радостью ответят на все вопросы и помогут построить успешную команду в кратчайшие сроки. Начните свой международный онлайн-ювелирный бизнес прямо сейчас. Друзья мои, я вас приглашаю в наши команды. Мы не смотрим на то, на какой пакет вы или на какую сумму вы сделали покупку. Мы рады каждому нашему партнеру. Мы рады, что наша сеть лидерская растет, наши команды растут. Нам очень хорошо вместе. Мы действительно, прошу прощения, кайфуем от того, как легко и просто передавать основы компании нашим новым партнерам. Поэтому хочу еще раз проинформировать вас, что в конце месяца, в сентябре месяце, мы будем делать двухдневный тренинговый семинар для нашей команды, где мы абсолютно готовы передать все свои знания вам. Также у нас будут выступать профессиональные тренера, которые несколько лет, десятилетий занимаются тренерским бизнесом для того, чтобы научить нас продвигаться в этой сфере профессионально. Также хочу вам сказать, что есть внутренняя информация о том, что в конце декабря месяца будет грандиозный семинар, большой семинар компании в Турции. По многочисленным просьбам всех партнеров, Турция считается самой интересной страной, поскольку туда могут приехать со всех стран наши партнеры, познакомиться с компанией, познакомиться с президентом, потрогать, пощупать саму компанию, само предложение и принять для себя решение. Поэтому уверен, что компания тоже придумает веселейшее промо, интересную программу, как это было и в Дубае 25 августа. Я на 7 минут хотел поблагодарить вас за внимание. С вами был Атакар Касинец. До новых встреч. Всего вам хорошего. Пока.